Вот. Среди уже зимы начинает перекрывать крышу. Прям не первый раз. А я вот тут повесил пугать голубей. И дергать за них. А сейчас этого не делаю, они не летают туда. Вот люди работают. По-настоящему работают. Ну, конечно, далековато. Это рядом соседи. Люблю смотреть, когда работают. Вот так. И что-то целлофан накрывает. Веревка-то привязались вроде бы, да. Крыша крутая. Ну вот трапа не сделали, молодцы. Хотя дом, как говорят, назначение. А, так они под жесть. Чтобы жесть дерева не касалась, правильно. Что-то там делает такое, там, говорит, голые бабы по столбам лазят. Заезжают. Хорошие у меня соседи, пока не вредно были. Говорят, они распространить хотели шире свое заведение-то. Данелия был начальник, я у него был. Он мне открытие сделал, говорит, я знаю одну страну, в которой евреев никогда не гнали. Я говорю, такого не было нигде, наверное. Было. Я говорю, а где? У нас в Грузии. Я подумал, и Грузию знаю. В самом деле, вот это удивительное дело. Почему у меня слово Грузия соединяется с благословенная страна Грузии? Видишь, как раскладывают они, вот это ендово называется, ну, с двух сторон, когда углы сходятся, и туда, как корыто получается, течет. Ага, вот так. Ну и приехал я, запрос сделал в городскую администрацию, нет, говорю, тут ничего не намечается. А я приезжаю, говорю, там он умер. Умер. Ну, он курил все время. И он мне сказал, говорит, я вам завидую, как вот вы живете. Ну, никак не помог. Он может помочь, конечно. Я до детского лагеря тогда просил, а сейчас я не хожу. Это соседи наши. У них своя жизнь идет там. У нас своя. Главное, вреда никакого нету. Хорошо, мы молимся о всех. Благослови их, Господи. Чтобы Господь избавил от пожара, от воров, от нечистой силы. Вот тут. Это у нас калина красная. Вот можно ее убрать. Я не знаю, кто будет убирать. Вот они рассыпались, мужики, дальше. Пошли работать. Вот горизонтальное бурение было, я снимал. Человек работает. Он в это время не пьет, не ворует. Он работает. И там не просто ходить. Они хоть и трапы выложили, но... Не упал, чтобы никто, Господи, помоги. Вот все пока на сегодня. Это 30 у нас июня 2019 года, суббота.